он сказал ей, что очень богат, она ответила ему, что еще богаче. Обманщики тоже влюбляются. Макарена – горячая жевательная резинка 90-х от режиссера «Последнего американского девственника». Макарена – классическая голливудская любовная история в современной танцевальной аранжировке. Макарена – пикантные романтические приключения в знойном латиноамериканском ритме, зажигательный танец неотразимой танцовщицы в маске. Макарена – комедия Боза Дэвидсона. Они мечтали покорить космос, но не знали, что их мечта внезапно сбудется. Пикник в космосе со звездой Индианы Джонс и женой Стивена Спилберга Кейт Кэпшоу. Семейные приключения для поколения «Звездных войн». Кейт Кэпшоу «Пикник в космосе». Фрэнк Загарино и Мартин Коув в фантастическом боевике «Проект «Охотник за тенью». Банда террористов во главе с андроидом стоимостью в миллиард долларов захватывает в заложники дочь президента. Ударные коктейли с «Терминатора» и «Крепкого орешка». Фрэнк Загарино, Мартин Коув, проект «Охотник за тенью». Ему обещали большое будущее, если он останется в живых. Смертельный поединок, новый подарок фанатам восточных единоборств от создателей трилогии «Не отступать и не сдаваться» и «Короля кикбоксеров». Когда юный мастер боевых искусств становится знаменитым, его вызывают на смертельный поединок. Мировой бестселлер на видео. Экранизация романа Сидни Шелдон «Гнев ангелов». Красавица-адвокат, покорившая высоты своей профессии, и сердца двух сильных мужчин, стоящих по разные стороны закона. «Гнев ангелов» Сидни Шелдон на двух кассетах. Звезды Голливуда Шер, Боб Хоскинс и Вайнона Райдер в комедии «Русалки» Ричарда Бенджамена, режиссера фильмов «Моя мачеха инопланетянка» и «Сделано в Америке». Рождественская комедия о семье русалок собрала в кинотеатрах США 35 миллионов долларов. Шер, Боб Хоскинс, Вайнона Райдер, «Русалки». «Война в новом измерении». «Пришелец». Новая фантастика от продюсеров, трансеров и реаниматоров. Когда в разгар боев американцев с немцами в Италии инопланетный космический корабль совершает аварийную посадку, на выручку пилоту прибывает межгалактический десант. Фантастический боевик «Пришелец». 20 лет они безнаказанно совершали преступления, пока на их пути не встал парнишка-полицейский. Представляем новую семейную комедию в лучших традициях жанра. «Парнишка-полицейский» – один дома в стиле смертельного оружия. Никто не слушал предостережений. И вот вершина горы, возвышающаяся над модным зимним курортом, взлетает на воздух. И вниз, в сопровождении густых облаков пепла, катится раскаленная лава из самого сердца земли, неся с собой смерть и разрушение. Как живой огнедышащий дракон, она поглощает все на своем пути. Как остановить эту смертоносную лавину? Вулкан – новый подарок поклонникам смерча, пикданте и астероида. Вулкан – новый фильм-катастрофа в лучших традициях жанра. Она пожелала, чтобы он побывал в ее шкуре. И на утро это случилось. Он оказался в ее теле, а она в его. Их поменяли телами. Фантастическая комедия. Она получила его лицо и работу, его любимую кожаную куртку и его жизнь. Он хочет вернуть все обратно. Их поменяли телами. Новая комедия о старой, как мир магии любви. Террорист, терзаемый муками совести, гангстер, вынашивающий зловещий план, священник, хранящий смертельно опасную тайну. Их жизненные пути пересеклись в один роковой миг. Звезды Голливуда Микки Рурк и Боб Хоскинс в боевике Майка Ходжеса «Отходная молитва». Микки Рурк, Боб Хоскинс, «Отходная молитва». «Море дьявола» — новый фантастический фильм в духе чужих и секретных материалов. Когда моряки обнаруживают на борту загадочного судна затерянные сокровища ацтеков, им приходится иметь дело с древним мстительным богом. «Море дьявола». «Выпускник» — легендарная, самая кассовая комедия Голливуда. Герой Дастина Хоффмана крутит роман с замужней дамой, а потом влюбляется в ее дочь. 7 номинаций на «Оскар» и 1 «Оскар» режиссеру Майку Николсу. Дастин Хоффман — «Выпускник». Звезды Голливуда Майкл Бин и Чарли Шин в крутом боевике «Команда «Морские котики». Когда арабским террористам удается захватить боевые ракеты, в дело вступает самый элитный и секретный спецназ США – команда «Морские котики».
самая знаменитая красотка Голливуда Джулия Робертс в романтической комедии «Мистическая пицца». Три юные официантки пиццерии маленького городка Мистик мечтают о настоящей романтической любви. Джулия Робертс, «Мистическая пицца». Ричард Доннер, Уолтер Хилл, Джоэл Силвер и Роберт Земекис представляют восьмой том «Байк из склепа». Ужас на лестнице. Мастер восточных единоборств, звезда боевиков «Совершенное оружие» и уличный рыцарь Джефф Спикман в новом боевике «Эксперт». Если не можешь добиться правосудия от закона, возьми исполнение приговора в свои руки. Джефф Спикман, «Эксперт». Самая последняя модель голого пистолета в действии. Лесли Нильсон просто отдыхает. С пистолетом наголо самый комедийный боевик сезона. Смотрите невероятные приключения очаровательного мошенника в Нью-Йорке с пистолетом наголо. До «Бешеных псов» Квентина Тарантино были «Соломенные псы» Сэма Пекинпа, легендарный классический фильм. Одна из лучших ролей Дастина Хоффмана. История о насилии, мужестве и жестокой кровавой мести. Дастин Хоффман, «Соломенные псы». «Дестройер» – приключение в стиле Джеймса Бонда, снятое в духе боевиков Джеки Чана. Смертельно опасное боевое искусство Синанджу, уходящее своими корнями вглубь веков, источник всех стилей восточных единоборств. В боевике «Дестройер». Суперэротичная звезда «Дикой орхидеи» Жаклин Бисетт, красавчик из мира Уэйна Роб Лоу и ночной беглец Эндрю Маккарти в пикантной комедии «Класс». Это один из классических фильмов Голливуда, с которых началась эпоха видео в России. Ричард Доннер, Уолтер Хилл, Джоэл Силвер и Роберт Земекис представляют девятый том «Байек из склепа». Смертельный трюк. Специальный агент Делайла – новая версия Робокопа. Она погибает в операции против торговцев оружием, но чудеса науки превращают ее в суперагента с неограниченными возможностями. Ким Кэтролл, Билли Зейн, специальный агент Делайла –